комочков полежит на кроватке, а я сбегаю и поищу свою сестричку в другой комнате. Бэби Аннабель, ты меня звала? О, какая прикольная маска! Интересненько, теперь она будет моя. Вот так, я желтый цыпленок, пи-пи-пи. Сегодня я буду спать с этой маской. Ура! О, Алиса, наконец-то я тебя нашла. Моя маска? Ты почему ее надела? Отдай! Это не твоя маска, а моя. Это я ее нашла. Нет, я ее первая нашла. Я ее положила на кроватку. Отдай, отдай, отдай. Эй, Бэби Аннабель, ты чего делаешь? А ну, сейчас же перестань. Отдай, отдай. Девочки, что у вас тут происходит? Немедленно прекратите. Мама, Алиса забрала у меня мою маску и не хочет отдавать. Эта маска моя. Кто тебе сказал? Эта маска моя. Нет, моя. Эй, девочки, перестаньте ссориться. Вы же сестрички. И это вовсе не проблема. У меня еще есть одна такая маска. Смотрите. Тогда она будет моей. Вот и отлично. Цыпленка мы отдадим Бэби Аннабель, а разноцветного тигренка Алисе. Ура! Теперь и у меня, и у сестрички Алисы есть такая маска. Да! Вот видите, а вы ссорились из-за такого пустяка. Вы же родные сестрички. Вы должны наоборот любить друг друга, помогать друг другу и делиться. Ой, точно! Прости меня, Алиса, я больше не буду себя так вести. Теперь я буду всегда с тобой делиться. И я, ты тоже меня прости, обещаю больше не жадничать и во всем тебе помогать. Мы сестрички. Как мило, девочки! А чтобы закрепить вашу дружбу и хорошие отношения, я хочу вам подарить один замечательный подарок. Подарок на двоих. Вот, смотрите, это браслет лучшего друга. Пусть он вам всегда напоминает о ваших добрых отношениях. Ура! Мы давно о таком мечтали! Вот и хорошо. Давайте-ка их откроем. Браслет в одной половинке получит Бэби Аннабель, а в другой – Алиса. Ну-ка посмотрим, какой браслетик достался Бэби Аннабель. Вот он какой – фиолетово-оранжевый с белым бантиком и половинкой сердечка. Теперь посмотрим, какой же браслетик достался Алисе. Точно такой же, фиолетово-оранжевый, с белым бантиком и со второй половинкой сердечка. Смотрите-ка, ваши половинки сердечек соединяются. Это означает, что у вас одно сердце на двоих. Спасибо, мама, за такой замечательный подарок. Теперь мы никогда не будем ссориться. Обещаем! Вот так сегодня сестрички Алиса и Бэби Аннабель не смогли поделить эту маску. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите мои другие видеоролики. Пока!